Здравствуйте, вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. Первые дни марта с 1 по 6 во всем мире дни борьбы с глаукомой. Что это за болезнь? Как ее лечить? Как не заболеть? Мы будем сегодня говорить с заведующей отделением хирургии глаукомы, микрохирургии глаза, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Надеждой Горбуновой. Надежда Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Юрьевна, расскажите, пожалуйста, все-таки, что такое глаукома? Разные есть мнения. И вот подробно от врача-профессионала, от врача-специалиста. Ну, на сегодняшний день глаукома – это не одно заболевание, это целая группа хронических заболеваний, которые, если уже они возникли, они сопровождают пациента всю его жизнь. А какие симптомы у этого заболевания? Ну, болезнь, к сожалению, очень часто протекает бессимптомно. И, наверное, надо начать с самого начала, почему мы об этом говорим. Потому что на сегодняшний день распространенность этого заболевания увеличивается с каждым годом. И в России на сегодняшний день больны глаукомой официально состоят на учете около 1 400 000 человек. Но считается, что примерно столько же уже больны, но даже не догадываются об этом и таким образом никакого лечения не получают. Угу. И чем опасна эта болезнь? Тем, что если ее не лечить, то в свою очередь это неминуемо приводит к печальному такому итогу, к слепоте. Ну, вы назвали совершенно сумасшедшие цифры. 1 400 000 болеют, еще приблизительно столько же не догадываются о том, что у них есть это заболевание. Да, как можно узнать, как можно догадаться, что нужно за собой, как нужно за собой наблюдать, что в себе нужно там отметить, чтобы как-то вот обратить внимание на эту болезнь? Ну, чтобы обратить на нее внимание, надо знать вообще, что это такое, конечно. В первую очередь вспомнить немножечко анатомию нашего глаза. Глаз, он достаточно сложно устроенная такая оптическая система, в котором есть структуры, которые не обеспечены сосудами, так называемые бессосудистые структуры. Это наш хрусталик, роговица, внутриглазное стекловидное тело. Вот для того, чтобы обеспечить существование и функционирование этих структур, вырабатывается постоянно внутриглазная жидкость, которая вырабатывается в глазу и оттекает из глаза. И существует определенный баланс между притоком и оттоком. Вот нарушение этого баланса в силу каких-то патологических механизмов внутри глаза приводит к тому, что этот отток нарушается, внутриглазная жидкость скапливается в глазу, и внутриглазное давление повышается. И это начинает губительно действовать на зрительный нерв. Нервные клетки начинают погибать, и все это приводит к тому, что в итоге гибнет весь зрительный нерв, если это не лечить, еще раз повторюсь, и наступает слепота. То есть первый симптом – это скапливание жидкости в глазу, я так понимаю. Да, но это не симптом, это один из механизмов, почему это происходит. А симптомов, к сожалению, вот симптомов как таковых у этого заболевания нет. И на ранних особенно этапах вот, могут появляться какие-то незначительный дискомфорт, могут появляться мушки какие-то перед глазом, но это не всегда симптом глаукомы. Могут появляться радужные круги при взгляде на источник света. Достаточно часто в уже запущенных стадиях некоторые пациенты замечают выпадение полей зрения. И уже совсем на терминальных стадиях могут появляться и ломота, и боль, и так далее. Ну вот открытоугольная глаукома, она часто в начальной форме протекает бессимптомно. Есть еще одна форма глаукомы. Глаукома закрытого угла, при котором оттоку жидкости мешает увеличенный хрусталик или радужка, которая закрывает структуру, где жидкость должна из глаза оттекать. Вот, в этом случае возникают острые приступы глаукомы. Но очень часто они настолько не характерны для молодого возраста, как кажется людям. И наши пациенты лечатся где-то у смежных специалистов. Болезнь маскируется мигренью, заболеваниями придаточных пазов глаза и так далее. То есть она такая хитрая, да, болезнь? Можно всю жизнь лечиться от мигрени, а потом оказывается, что это может быть глаукомой.
Ну, к сожалению, такие случаи нередки. Действительно, мы достаточно часто в нашей клинике встречаем женщин, которые длительное время лечились у невропатолога по поводу мигрени и приходят к нам уже в достаточно продвинутых, в развитых стадиях заболевания. А каковы причины в таком случае возникновения этой болезни? Ну, в том-то и дело, что какой-то единой причины возникновения этого заболевания нет. Существуют определенные симптомы комплекса, определенные факторы риска, сочетание которых при определенных условиях и приводит к развитию глаукомы. И поэтому, конечно, стоит обращать внимание на вот эти факторы риска. В первую очередь, это, конечно, повышенное глазное давление, как его постоянное повышение, так и его колебания в течение суток. Во-вторых, обязательно огромную роль играет наследственная предрасположенность. Глаукома у родственников больных глаукомы встречается в 6, а порой в 10 раз чаще, чем у обычных людей. Если у человека есть дальнозоркость или близорукость в той или иной степени, это тоже является фактором, предрасполагающим к развитию близорукости, к развитию глаукомы, прошу прощения. Вот. Кроме того, если есть в анамнезе такие заболевания, в анамнезе это, если у человека есть такие заболевания, как сахарный диабет, какие-то нарушения микроциркуляции, длительный прием гормонов каких-то. Все это является фактором риска развития глаукомы. И если, допустим, вот телезрители заметили у себя то, что вот вы сейчас перечислили, прием лекарственных препаратов, да, какие-то нарушения мозговой деятельности, кровообращения, то нужно, наверное, обратиться в первую очередь к окулисту, да, к офтальмологу. Ну, вообще, по-хорошему, каждый человек старше 40 лет должен обращаться к офтальмологу раз каждые 2 года. Если у вас есть какой-то один из факторов риска, то такие обращения должны быть чаще, примерно раз в год. Так же, как и люди старше 60 лет должны обращаться чаще, потому что глаукома может возникнуть в любом возрасте, и у новорожденных, и у более старшего поколения. Но, как правило, эта болезнь ассоциирована с возрастом, и у людей старше 40 лет она возникает у каждого сотого жителя, допустим, да, то у людей старше 70 лет это уже каждый 20-й. То есть заболевание распространено очень широко, особенно у людей старшего возраста. А как лечится эта болезнь? Очень хороший вопрос, потому что если мы в самом начале говорили о том, что заболевание неминуемо приведет к слепоте, то это как раз те случаи, когда лечения никакого не получает человек. На сегодняшний день в арсенале у офтальмологов есть огромное количество медицинских препаратов, то есть это лечение медикаментозное в первую очередь. И при первичном выявлении этого заболевания непременно в первую очередь назначаются медикаменты разной направленности. Естественно, закапывать их надо постоянно, независимо от того, хорошее давление, как себя человек чувствует, потому что они действуют именно тогда, когда их не забывают закапывать. Независимо, еще раз повторюсь, от уровня внутриглазного давления. Вот. А если медикаментозное лечение не помогает, или больной по тем или иным причинам не может закапывать эти капли самостоятельно, либо не понимает необходимость этого закапывания, то тогда существуют лазерные либо хирургические методы для лечения. Лазерные методики тоже на сегодняшний день очень популярны. Они популярны у пациентов в первую очередь тем, что не вызывают никакого дискомфорта. Они могут проводиться в амбулаторных условиях. Практически в этот же день человек уходит домой, может вернуться на работу. Никаких зрительных ощущений это не вызывает, неприятных. Вот. А если уже это вообще ничего не помогает, или если болезнь выявляется на запущенных стадиях, мы, конечно, сразу предлагаем хирургическое лечение. И не надо этого бояться, потому что существующие методы лечения, они малоинвазивны, они не приносят серьезных, не вызывают серьезных осложнений. И, в общем-то, показаны
по нашему мнению, даже на ранних стадиях. Спасибо большое, Надежда Юрьевна, за подробный рассказ и про болезнь, и про возможности лечения в клинике МНТК микрохирургия глаза. Ну, нам остается пожелать здоровья нашим телезрителям и обращайте внимание на все симптомы, которые, о которых вы сегодня услышали. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего доброго. Не болейте. Приходите к нам на лечение. Спасибо большое за беседу. Спасибо большое за внимание. Я напомню, что сегодня мы говорили о такой болезни, как глаукома, с заведующей отделением хирургии глаукомы Надеждой Горбуновой. До свидания. Thank you.